Всем привет, ребята! Вы на канале Sober Vision. Сегодня я покажу и расскажу, как летом мы поймали очень интересную гусеницу, которая затем могла превратиться в красивейшую, крупную ночную бабочку. Но все пошло не так. Не задохнется она? Не задохнется, дырочку сделаем. Не задохнется, дырочку сделаем. Итак, ребята, летом на даче я занимался строительством. Для этого мне нужны были камни. Я собирал большие камни, и под одним из таких камней я нашел какой-то непонятный кокон. Как оказалось, в этом коконе была личинка пахучего древоточца. Личинка была просто огромной. Ничего подобного я раньше не видел. Бабочки древоточца пахучего летают в июле-августе, вечерние часы. Они довольно крупные, размах крыльев достигает 10 сантиметров. Представьте какой-то монстр, 10 сантиметров размах крыльев. Прям как небольшая птица. Передние крылья бурые, с неясным серо-бурым рисунком из многочисленных волнистых линий. В общем, бабочка очень красивая. Конечно, мне захотелось вырастить из этой личинки такую прекрасную бабочку. Пока я ходил за подходящей баночкой, личинка вылезла из кокона, и вот как мы ее ловили в банку. Она не хочет. Лучше положи ее. Положи. Может, банку сразу? Она сползет. Ее палочкой, возьми какой-нибудь палочкой. Может, заползет она так? Ну, скинь ее туда аккуратно, скинь ее так, тихонько, только тихо-тихо. Так. Сама боюсь. Так ее повредишь. Вот, направь ее в банку. Вот, давай, земелька, давай, давай. Вот. Вот. Она, видишь, все под закопаться хочет. Не понимает, что это здесь земля у нее. Не хочет. Да направь ее туда, засунь. Направь. Ну вот на этой, держи. Вот этой штукой туда и ткни хорошенько и в лоб. Давай. Это жук какой-то. Банку разворачивай. Причем такой страшный. Давай. Этой штукой туда засовывай. А зачем ты это собираешься? Этой штукой засовывай туда. Не буду я этой засунуть. Советчик. Я уж сама лучше знаю, что местечко. Не задохнется она? Не задохнется, дырочку сделаем. Не задохнется, дырочку сделаем. Эта штука неудобна, конечно. Хорошо, то есть это вот ее кокон, да, был? Вот это был ее кокон, она в нем сидела, за камнем. А почему она в нем сидела? Ну, все, уже хотела превращаться. Так, а как она теперь сможет еще один такой сплести? Я не знаю, я думаю, сможет. После поимки этой личинки мы положили большой камень в банку, чтобы личинка смогла снова сплести кокон под этим камнем. Банку закрыли крышкой и убрали в темное место. Убирали с мыслями о том, что как личинка закопается, откроем крышку и сделаем отверстие для проветривания. Убрали так хорошо и далеко, что 2 недели мы про нее не вспоминали. Через 2 недели меня ждало огорчение. Личинка наполовину сплела кокон, но погибла. Скорее всего, она задохнулась, но это не точно. В общем, увидеть появление такой прекрасной огромной ночной бабочки на свет не суждено. Такие дела. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ну а я пошел дальше смотреть за переселением филахов в дополнительный гипсовый модуль. Подробнее об этом в следующих видео. Всем пока!